чуть-чуть прокатимся по нашему прекрасному городу. Новосибирский железнодорожный мост был построен в 1893 году. На Google картах предоставлена полностью вся красота, как мост деградировал. Ну, как деградировал? Развивался и развивался. С каждым годом он все хуже, хуже, хуже. Это улица Фабричная, где в 2019 году нам сделали дорогу по программе «Безопасные качественные дороги». То есть ее переделывали. Уже в том же 2019 году ее переделывали, так как сделали некачественно. Ну, колея образовалась уже осенью 2019 года. Там образовалась колея, уже там что-то латали. Ну, в общем, делать мы ничего не умеем. Некачественно, нехорошо. Это вот на Владимировское здание у нас. Такая все обшарпанное, все валится. Везде грязь, песок. Дышать в городе нечем. Машину помыть, но невозможно. Помыл машину. Она у тебя тут же слоем засыпана. Можно расписываться. А говорят, убирают город Новосибирск, моют. Люди меняются круглые сутки, а техника одна и та же пашет. Ну, ни техники, ни людей, никого нет. Ну вот чуть-чуть прокатились, достопримечательности посмотрели. А хотелось бы видеть город. Я помню, какой у нас город был. Можно было ходить босиком, и ноги были чистые. Начиналась весна, зелень только начиналась распускаться. Как дышалось легко, божечки. Везде все зелено, везде все убрано. А сейчас без слез не взглянешь. Это ужас просто, до чего мы дожили.